Задание на сегодняшний день – упаковать ваши подарки экологично. У меня есть пакет, и именно им я воспользуюсь. Для этого нам надо его разрезать. Хоба! Я вырезала прямоугольник для нашей упаковки. Берем наш подарок, кладем на наш прямоугольник. Вот так нам будет очень удобно его запаковать. Нам еще понадобится скотч для того, чтобы закрепить нашу бумагу, чтобы она никуда не сползла. А после того, как мы закрепили эти стороны, нам нужно аккуратненько закрепить эти. Лучше отрезать этот уголочек. И с этой стороны. И теперь подгибаем бумагу внутрь. И все это тоже нужно закрепить скотчем. Ну, вот это будет наша лицевая сторона. Тут, возможно, не все идеально, но это ничего страшного. Главное, что с любовью. Так, нам понадобятся кисти и гуашь. Сделаем как бы снег. Краску нужно развести с водичкой и начинаем брызгать. Вот так вот берем кисть, пальчик и брызгаем. Чтобы капли были более крупные, надо чуть больше воды. И завершающий брызг. Хоп. У нас получился снежок. Сейчас он подсохнет, и мы нарисуем елочку. Берем зеленый цвет. Итак, наша елка подсохла, и теперь мы можем нарисовать огоньки. Потому что елка без огоньков не может быть. Так, огоньки мы нарисовали. Надо нарисовать звезду, которая озарит своим светом все. Ой, очень красиво получилось. Звездочка высохнет, и мы это все ленточкой красиво завяжем еще. Такими движениями. И делаем немножко асимметрично, чтобы не перекрывать сильно наш рисунок. Так, и добавим еще праздничности. У нас тут замечательная праздничная елочка. У нас тут такая вот красивая ленточка, веревочка. Я думаю, эта упаковка доставит большое удовольствие тому, кто получит этот подарок.